Интернет-сайт для местных предпринимателей, якутская видеоигра и вечная ручка. Эти и многие другие проекты разрабатывают участники ежегодной бизнес-игры. А это около 30 школьников, студентов и молодежи из Якутска и районов, которые мечтают стать предпринимателями. За деловой игрой наблюдала Марианна Кутукова. Бизнес-план этих ребят – создание вечной ручки, которая не требует чернил. Она состоит из сплава алюминия и специального металла «Этерграф». Несмотря на то, что такая ручка уже существует, участники бизнес-игры намерены сделать ее более доступной по цене. Наша инновация в себестоимости, потому что половину цены занимает именно дизайн премиальной ручки, который состоит из алюминия, да, и премиального дерева. Мы хотим удешевить, чтобы ее мог купить каждый. Идеи у всех ребят совершенно разные. Например, эта команда работает над созданием сайта для местных производителей, где их товары и продукция продавались бы в одном месте. В другой команде думают над разработкой видеоигры по мотивам народного эпоса «Ланхо». Таким образом, они хотят рассказать миру об истории и культуре народа саха. Такие игры мы проводили неоднократно, и прихожу к выводу, что все чаще и чаще дети используют новые технологии, новые идеи, внедряют инновации, сами что-то, может быть, заимствуют, но предлагают свое. Это очень отрадно. На защиту проектов участникам дается 10 минут. За это время они должны рассказать не только о целях и задачах своего проекта, но и представить все расчеты. Это доходы, расходы, окупаемость, перспективность и даже возможные риски. В этот раз деловую игру впервые поддержал бизнес-инкубатор, который ежегодно продвигает более 300 различных проектов. До этого мы года вели такую работу со среднеспециальными учебными заведениями, со школьными бизнес-инкубаторами. То вот в таком формате это наше первое мероприятие. И проекты настолько интересные, проработанные, и, безусловно, они все имеют возможность на дальнейшее существование и могут претендовать на государственную поддержку. Главной целью бизнес-игры является популяризация предпринимательской деятельности. Посредством игры будущие предприниматели развивают навыки выбранной профессии и знакомятся с единомышленниками. Для кого-то это становится стартом для начала своего дела. Марианна Кутукова, Андрей Секритов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.